Добрый вечер, друзья. Пришел управляться. Взял ведро для этого, для яиц. Больше не нужно. Так, это что? Ага, кашу только что набирал и ведро замазал. Вот яйца с кашей для цыплят. Меня не было весь день. Сегодня чуточку порешали. И сейчас будем считать кур. Вот так, это мои утренние следы. В общем, никто не лазил. Куры сильно по такой погоде. А, надо же было ведро сразу взять. Яйца собирать. Вот так. Утром, когда я заходил вместе с вами, уже было три. Вот известь обычная. Обычная известь не гашеная. По 2 килограмма, по 30 гривен. Я вам рассказывал, что я вчера в Балаклее купил. Нужно будет еще завтра ехать в Балаклею. В общем, там одно дело нужно решить. Мы задаток оставляли. Нужно теперь это все делать через полицию. Так что вот так. Давайте считать кур, пока они на насесте. Вы мне вчера написали... Ага, посчитаешь их на насесте, они все слазят. Вы мне вчера написали в комментариях много человек, что одна курица сидела в гнезде. Я 100 раз пересчитал. Один человек написал, что пропала большая черная курица с бородой, типа вот этой. Я так в лицо не могу каждую курицу, ну, в мордашку запомнить. Но, может, пересмотрели какой-то старый ролик и увидели, типа, как выглядит курица. И вот, в общем, так решили. Смотрите, 5, 8, 10 на насесте, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Нету 23-й курицы. Вы пишете, что 23-я курица или та, что с цыплятами, или та, которую я не считаю, которая сидит карликовая. Я ее и не считал. Мы с вами здесь посчитали кур, и здесь их было 23. Я правда не знаю, какая курица пропала. Я их 100 лет не видел, поэтому я не помню. То есть знал каких-то определенных, которые отличались. Сейчас из тех, которые отличались, здесь ни одной курицы нету. То есть вы сами знаете, у некоторых кур были клички, и мы их знали. Яйцо будешь клевать? Или садиться на него? Подкатывает под себя или клюет? А ну не клевать яйцо. А, клюнула, гля. Это какие-то куры, курочки-дурехи, наверное, не залетают на этот в гнездо. И уже не один раз там поднимал яйца и даже и вам показывал. Так. Нет, не клюет. Ой, такая молодец, под себя подгребает. Короче, считай последний раз. Смотрите, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Сейчас вообще одной не хватает. Может, там где-то в куче. 5, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Что происходит? Что происходит? Короче. Пропала курица. Все, ничего с этим не сделаешь. Мне там написали, чтобы я их пометил. Но даже если бы я их пометил, и где-то бы сейчас моя помеченная курочка была у кого-то во дворе, я бы не пошел по людям ее искать. Это не намек на то, что идите воруйте, я не приду их искать. Тут никто не лазит. Даже если бы она была помечена, если бы какой-то или собака там, или лиса... Не ругайся. Где белый Петька? А то я кур считаю, а где белый Петька? Я тут на хозяйнуюсь, где-то Петьки нету. Так. Это уже не смешно. Нету Петьки белого. А, вот тут открыто, ну. Вот он. Бились, наверное, с этим. Ладно, это я потом выключу вспышку. Красный его гоняет, паразит. Да, курицы тут нету. Нет, только петруха. Вон, видите, на перьях немножко бились, наверное. Вот паразиты.
красный один с 22 курочками не справится. Ну, в общем, как-то так. Давайте яйца соберем. Смотрите, какие молодцы сегодня. Вот, смотрите, у меня ролики. Если вы смотрите каждый день, я вам наглядно показал, какими нехитрыми способами увеличить яйцекладку. Мороз на улице, холодно. В общем, тут нету, да? Все мадамы снеслись в одном гнезде. Смотрите, ребят, мы с вами 9 числа сделали процедуру по лечению от кнемидокоптоза кур. Это еще этот препарат помогает еще от глистов. Мы сделали и промочили им на лапки бутоксом и пропоили их ивермектином. Это я вам уже рассказывал. И с того же дня я начал давать птичке премикс для несушки. И стал включать свет, вот свет включенный, стал свет держать, ну, им удлиненный день. А некоторые ночи, в общем, мне было лень сюда идти, и я не выключал свет и на ночь. То есть курочки, можно сказать, круглосуточно с освещением. Не каждый день, а вот несколько дней в неделю круглосуточно, а остальные все дни до 9 часов. А включаю по-светлому, то есть... Сегодня я прошел, открыл, и свет был, потому что я вчера не выключил. А включаю по светлому дню. То есть вот прихожу, открываю сарай и включаю. Это лампа-экономка, 12-ваттная. Абсолютно ничего не тянет, экономно, прям красота. Поэтому вот такой свет, можно даже, знаете, можно еще более приглушенный свет. Главное, чтобы вы следили за курочками, чтобы в это время курочки были активные. То есть свет может быть настолько приглушенный, чтобы курочки не уселись спать. Вот так. И вот сегодня какое число? 19-е? 19-е. За 10 дней мои курочки с 1-2 яиц в день стали нести вот сколько. Не супер много. Это еще не предел. То есть, но как бы 8 яиц уже, да? Цена, мы сегодня были в магазине, цена на яйцо 77 гривен здесь. То есть, как бы 8 яиц на 60 гривен сегодня куриц снесли. А съедают пол ведра зерна. А пол ведра зерна это в половину дешевле. То есть на сегодняшний день мои курочки, сами себя кормят, и плюс еще и мне яйцо получается. Поняли, о чем я? Ну вот так. Все, я им тут принес еще вот скорлупу, которой яйца мы там жарим или еще что-то. Вот, чтобы вы мне верили. Смотрите, здесь яйцо, которое только что маленьким цыплятам почистил. И здесь яйцо белое, которое вот с пятнами, там, где написано было С1, в общем, которое мы покупали. Мы за эти 10 дней, пока не было яиц от моих кур, нельзя, мы купили 3 десятка и съели. Петруха, ты скандалист, с тобой тут не наснимаешь. Вот так. Все, сейчас Петруху поймаю без вас. То есть можно с вами, но без света. Со светом. Ага. Вот так, сейчас, секунду. Не выключается. Это что-то новое. Свет не выключается. Не выключается свет на... Короче, какой-то глюк. В общем, секундочку. Закрываю дверь. Ловлю. А можно выгнать. Давайте его просто загоним туда. И не придется ловить, да? Петрух, бьет тебя тот паразит, да? Давай, выходи. Выходи. Вон, немножко. Не-не-не. Давай, выходи. Не хочешь? О, божечки. Не поймаю. Во. Давай. Во, все, пошел обормот. Все.
вот так. Кальций. Кальций курочкам обязательно нужен. Ну вот скорлупа или трикальций фосфат или мел, чтобы скорлупа была у яйца плотная, а не такая слабенькая, что курочка может раздавить. Вот так. Все. Так. Вот так. Ну вылазь. Во. Ключик мне нужен. Ладно. Закрою их потом. Ну, как вы считаете? Молодец. Молодец, уже красота, да? Так, испугался. Думал, это они сожрали. А это я закинул. Вот так. Все. Вот так. Сейчас у свинюшек почищу. Цыпляткам дам. Вот, каша, яйцо. Ну, творога нету. А то пишете творожок. Обойдутся. Оп. Никто не слинял. Все. У всех порядок. Все. Так, яйца. Не разбить. Кашку сюда. Это выбросить сегодня мне. Было некогда. Привет, хлопцы. Привет, девчата. Детвора, привет. Вот так. Что, красавчики, хотите кашки, да? Сейчас дам. Водичку сейчас поменяю. Как цедиостатик на ночь ставить не буду. Поставлю с утра. Сейчас поставлю им обычную чистую водичку. Это, видите, закрытую там не перевернули. Что вы хотите? Я вам яблочко принес. Яблочко будете? У каждого свое. Смотрите, какое красивое. Ну, кислое. Будешь кислое яблочко? На, девчуль, на. Яблочко. Иди. Не хочешь яблочко? На. Сейчас тыквы могу дать еще. Будешь яблочко? И мелким взял. Мелким дам половинку. Нате, пузатики. А вам и третью часть дам. Вы обормоты большие. Все, друзья, в общем, могу вас оставить с цыплятами. Но сначала я сейчас им дам кашки. А потом мне нужно почистить у свинюшек. А вы, знаете, читаю комментарии, пишите, что очень короткие опять начались ролики. Типа ролики длиной, как я ходил в лесу по грибы. Типа самый раз. Сейчас короткие ролики по 10, по 15 минут. Ну, как есть. Так, есть. Все, несу кашку. Кашка с яйцом. Будешь красавица? Давай. Вы пишете, что цыплятки уже подросли, видно. Мне не видно. Мне нужно пересмотреть первый ролик, когда я их принес. Мне кажется, они какие были, такие есть. Это, скорее всего, из-за того, что, ну, как бы я их вижу каждый день. А если, наверное, посмотреть первый ролик, то будет видно, что они или чуть оперились, или рамулечку стали выше, там, или еще что-то. Короче, уже смотрите, как они к кашке вареной привыкли, что уже даже им не нужно, чтобы их курочка звала кушать. Курочка меня боится, а цыплята не боятся. Вот и три яйца. Все. Три яйца и кашки полкило где-то, ну, именно вареной. Вот так. Вода стоит 2 дня.
То есть эта вода с витаминкой, сейчас поменяю. Вот прям 2 дня стоит. Нет такого, что я прям утром меняю и вечером меняю. Это не нужно. Еще и сейчас холодно. То есть она не завонялась, ничего. Там витаминчик. Сейчас это все вылью этим свинюшкам. То есть как бы с витамином, что я буду воду переводить. Или можно это большим курам отнести, но не буду. Вот так. Они уже витаминчиком пропились. Сейчас там буквально пол-литра им там или литру налью и поставлю. А завтра от коксидиоза дам. Да, детвора? Все. Веселенькие. Лампа красную тоже сейчас не выключаю. На улице снег выпал. Видите, немножечко приморозило. Много из вас, кто написал, что мы не успели посадить чеснок. Это так, если бы его нужно было садить сегодня. Но морозов сильных нету и обещают тепло. То есть обещают, что вот будет прям тепло. И мне кажется, снег растает за 5 минут. То есть мы собираемся на днях съездить в Полтаву. Артемке нужно на 21-е к врачу. Ну, на прием плановый 3 месяца. На взвешивание там. И все такое. Померяют его. И привезем чеснок. Во. Курочка не кушает абсолютно. То есть она поднимает и отдает детворе. Редко, когда что-то сожрет. В основном она отдает им. Молодец. Вот так. Все, вы за ними понаблюдаете. Едят обормоты. Едят яблоко. И те погрызли. И эти погрызли. И эти, смотрите, сожрали весь ячмень. Сегодня им не дам больше. Пусть сегодня на этом сейчас сено чуть подкину. Им нужно чуточку отдыхать, потому что мы приедем, мы вернемся с Полтавы. Ну как отдыхать? Я имею в виду, это сильно много. Они живут, сколько они тут у меня съедят, сидят и съели 2 килограмма. То есть по килограмму зерна на рыльце. Это очень много. Я куплю крыла и буду их сразу покрывать. А если они будут жирные, то это будет проблематично сделать. Так что пусть посидят без зерна. Видно, нет? Вроде видно, да? Вот так. Все. А я сейчас 3 секунды
Карбасик не съел ты, вон на тебе. Ты у нас девочка. Все, все живешь, да? Молодец. Нет, Пеп, ты не уходишь. Ну, открыл я дверь, и шо? Сразу пекать, что ли? Пепа, я вычищаю. Одна лопатка. Так. Во. И красота, да? Пеполь, ты рада, что у тебя порядки? Я вижу очень. Такая счастливая прям, да? Нет, ты не выходишь, Пеп. Ты куда ты собралась? Ночь на улице. А вдруг тебя украдут, как курицу? Только ты жирная, тебя никто не унесет. И ходишь ты так себе, если тебя пхнут. Это кошмар. Я это поуберу. Ну, не подстелил. Не успел. Вот так. Шо вы перевернули паразитки, да? Нате вам еще тыковку. Все сожрете. Яблочко. Так. И вам дам тыковку. Будете? А ну. Яблочко погрызли чуть-чуть. Новенькая, новенькая еда, да? Интересненько. Вот так. Все. И у кабасика вот эту тыкву надо тоже вот тут забрать. Да? Сейчас испугаю только его. Аккуратно. Аккуратно. Я к тебе не лезу. Я смотрю, что ты ее отодвинул. Типа это несъедобно. А Пеппа у нас девка непереборчивая. Да? Скажет, для фигуры все пойдет в дело. Вот умничка. Вот умничка. Вот так. Вот так. Все, цыплятки напхались. Курочек нужно на... Ой, этих свинюшек накормить. И все. Вот так выглядит вечерняя управа. Быстренько. Ты молодец какой. На, иди так. Пеппа, давай тебе чуть-чуть дам, пока никто не видит. На, быстро кушай.
Быстро, пока я камеру на тебя не навел. Быстро, давай. Цыплятки. Замена воды пришла. Ну, эту сейчас я слью с поилки. Витаминки, а то ты чуть-чуть это выглядишь так себе. Смотрите, какие молодцы, яйцо выели. Дверь открыта, свежо в помещении. Сразу ж, ну, холод заходит. И видите, не глупые, разобрались, где тепло, ушли под лампу. Водичку будем. Нате. Ну, кроликом поменять. Знаете, мне написали, что типа цыплятам нужно бросать кроличий помет. Там это типа вместо пробиотиков. Кто что думает по этому поводу? Мне, ну, вы не обижайтесь, те, кто это написал. Возможно, у вас, ну, вам кажется, что это вам помогло, а возможно, это так и есть, но я почему-то думаю, что отходы одного вида животного другому, ну, никак не помогут. Это я так думаю. Если, ну, если вы что-то знаете по этому поводу, типа вот эти горошки кроликов давать цыплятам, типа им нравятся вот разбухшие, типа, ну, увлажненные, типа грязная такая водичка. Короче, ну, я думаю, я вам объяснил. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Кроликам тыква лучше зашла, чем яблочко. И большие грызут, и маленькие. Фильма для взрослых насмотрелись через стекло. И также грызут. На кабасику точно этим лишним не будет. Да? Девки. Мы придумали, да? А то, знаете, вы уже начали тоже переживать. 3 миллиона мне советов написали. Спасибо. Мне больше всего понравилось прикрутить от бутылки двухлитровой к полу просто. Ну, как бы дно отрезать. И это. И туда поставить банку. Это самая подходящая идея. Но пока руки не дошли. Сейчас меня пока дома нету. Ну вот и все. Все, давайте зайдем туда к курице, которую некоторые зрители считают за 23-ю. Но она никак не 23-я. И вот эти три яйца последние надо сварить.
цыплятам. Но если курочки будут нести по 8, по 10 яиц в день, то можно будет и варить эти. Ага, им надо тоже. Вот, вы мне написали, что типа это 23-е. Нет, ребят, это вообще в счет никогда не учитывалось, потому что она там никогда не жила, она всю жизнь жила в этом загончике. И вот, как бы я ее не считаю. Ну вот здесь они с Петрухой. Я думаю, что весной она нанесет яиц и сядет, так как она здесь одна. И, знаете, была такая небольшая возможность, которая сорвалась. Когда я покупал кроликов, то я чуть не купил карликовых бентамочек маленьких. Но люди, у которых я их заметил, сказали, что сейчас день, и они не будут ловить. Потому что бентамку не поймаешь на улице. Ну, в общем, сделка сорвалась. И бентамочек. Ага. Этим обормотиком не подстелил. Пузатиком, да? Опилочек. Вот сюда. Оп. По грамулечке. Просто, чтобы испарение было меньше. И тогда влажности в помещении будет меньше. И вот что еще хотел сказать. Вот спрашиваете, зачем белю. Видите, как сразу светло. А это еще не побелено по-нормальному. Так, немножко здесь. Потолок не побелен. И, во-первых, это красиво. Во-вторых, это мега дешево. Максимально дешево. Вот эти два 2-килограммовых пакета. Это будет два ведра полных. Два полных ведра готовой извести, то есть гашеная известь, гадость, потому что она не разбухает, она жидкая, а это она начинает кипеть, как будто варится, и она разбухает, и она получается такая суспензия маслянистая, которая разбухает до полного ведра почти, и ты вот так белишь, и стены получаются белоснежные. А еще в комментариях прочитал, что типа можно добавить моющее средство в известь и белить с ним. Типа моющее средство, типа фейри или как там, ну такое антибактериальное какое-нибудь, оно очень хорошо уберет весь грибок. Типа, ну, бактерии все уберется и как бы меньше будет цвести. Ну, даже обычная вот побелка, видите, вот сравните с потолком, стены были такие же. Этого белил я уже прям водой, то есть это старая моя известь, и она уже натянула в себя влаги, что когда я ее залил водой, она не, как бы не кипела. Поэтому это была такая жидкая вода, но при этом все равно стены побелели. А сейчас я просто стану и так все подряд буду белить и вместе с этими же стенами. И ничего вот этого, никакого грибка не будет видно. Так что пип, да? Все. Все, цыплятки под лампой. Всех накормил, всех напоил. Курочку не нашел. Курочки у вас на глазах стали отлично. Ага, сено этим обормотом не дал. Прямо у вас на глазах курочки стали нестись хорошо. То есть с одного яйца, потом два, потом было три, потом опять было одно в какой-то день, потом было пять, потом еще сколько-то. Короче, вот так, сегодня 8. Красота. Вот так. Все. Сено есть, водичка есть, сочный корм есть, зерно у тех есть, этим не буду на ночь давать, обойдутся. Завтра дам, здесь тоже есть, бочка с зерном стоит, так что все хорошо. О, папа, как я и просил, видите, я зерна дробленке папе не давал, просто водички налил. Да, папа, не давал? А ну, помаши головой. Помаши головой, скажи, не давал. Скажи, ничего не давал. Я на диете. Вот так. Все. Всем большое... Так, яйца забираю. Всем большое спасибо за просмотр. Девки,
Вы хоть меняетесь там? Да? По идее, кто не видел, кто не знает, эти свинки должны быть погуляны со 2 и 3 числа этого месяца. То есть уже 16 и 17 дней. Если они не придут, то они могут с 18 по 22 день после покрытия прийти в охоту, если они не погуляли. Ну а если погуляли, они спокойненько будут дальше с хорошим аппетитом кушать, и мы будем их считать условно супоросными. Когда пройдет еще 3 недели, и они опять не придут в охоту, тогда мы их точно считаем супоросными. Вот так. А поросы у них намечаются, если они сейчас супоросны, на начало марта. Вот так. Все, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Вот столько сегодня яиц. Красота, я доволен. Все. Всем пока-пока.